Всем хорошего футбола и доброго дня. FCDB TV начинает трансляцию поединка Брестского Динамо, футбольного клуба Динамо Брест. Матч против чемпиона Польши. В нем живет, но любопытный факт, Зомбки являются самым быстро растущим по населению городом всей Польши. Можете себе представить? Пробил Филиппович по воротам. Сыграно много товарищеских матчей, и официальных, и еврокубковая кампания. Блестящий момент, а? Здорово сейчас. Залезки подавал. Левый от голкипера штанги. Чуть-чуть не хватило. Осовременилось, что ли? Бобово рискнул забросить за спину голкиперу. Артем Быков. Сергей Кривец. Едва не столкнулись с Быковым, но все-таки разобрались. Фомие. Быков. Можно пробить из-за пределов штрафной. Артем бьет. Ну, дает возможность Марцелу Личке наверняка подумать о том, чтобы побольше его привлекать к играм за основную команду. Но мне, по крайней мере, очень нравится, как действует наш 11 номер сегодня. Джоэль Фомие на углу штрафной. Бьет поворотом. Заблокирован был этот удар. Хорошая комбинация Играя за Гурник, было дело, признавался лучшим легионером чемпионата. В 2005 году это было. Фомие выходит на ударную позицию, бьет поворот там, но значительно выше перекладины мяч проходит. Чемпион Польши принимает футбольный клуб «Динамо Брест». Ну, посмотрите, еще дает поиграть. И какой момент возникает в концовке, вы посмотрите, что творится. Хабленко! На ударную позицию. Быков! Удар по воротам. Спасение голкипера. И все. Вот на этом уже звучит свисток. Да. Конечно. Момент и у Хабленко, а затем и у Артема Быкова был прекрасный для того, чтобы открыть счет. Пожалуй, самый острый эпизод по ходу всего первого тайма. В твоих руках весь мир. Осуществи мечту вместе с Global Card от Технобанка. Будь там, где ты хочешь. Выбирай то, что ты любишь. Открывай новые пути и возможности. Global Card. Доступ ко всем выгодам шопинга и путешествий за границей. Закажи ее на сайте globalcard.by. Небольшой городок, где проходит товарищеский матч между столичной Варшавской легией, чемпионом Польши и футбольным клубом Динамо Брест. 0-0 после первого тайма. Матч порой напоминает качели. Преимущество переходит от одной команды к другой. Еще один шикарный момент у Алексея Хабленко. Совершенно точно ведут. Ведут. Янис Каргас. Снова на Хабленко. Ну, Хабленко, конечно, хочется уже забить. И классно сейчас действует. И штанга. Штанга выручает. А, нет, не штанга. Это была стойка за воротами. Но в любом случае очень близко со штангой мяч прошел. А вот это ошибка позиционная. И вот хорошо, что передача не прошла. Ох, какой удар! Александр Наёк с дальней дистанции. Саша приложился. И в штангу мяч попадает. Невероятный по силе. Очень классный удар. И карит меня за то, что не назвал я его в числе вышедших на поле футболист. Выбивают у него мяч защитники легии. Подача срывается. Национальной сборной. И на трибунах поддержать Беларусь в противостоянии с Молдовой. Брестчане продолжают атаковать. И, наконец, счет открыт. Алексей Хабленко 1-0. Хорошая подача пошла с правого фланга. Залески ее делал. Хабленко выиграл верховую борьбу. Хорошая траектория, во-первых. Во-вторых, мяч достаточно быстро летел, что позволило Хабленко
плотный удар нанести. Давайте смотреть, как изменится и изменится ли вообще рисунок сегодняшнего матча. Но посмотрите, что творится! 1-1. Что ж тут произошло? Заброс за спины. И было ощущение, что... Нормально все с Фамилье. Поднялся, продолжает играть. Ошибка при выходе из обороны и... Ну, благо здесь разобрались, и Павличенко мяч забирает. Хороший момент и возможность выйти вперед. Прекрасный шанс у Владимира Медведя. Хабленко классно протащил мяч, и Медведь бил поворотом Джибоду. И удар поворотом с дальней дистанции. Наёк. Хорошо, слева Никифоренко. И уже мы возле чужой штрафной. Наёк. Можно пробить поворотом. Александр снова пробует свои силы. Будем вместе поддерживать национальную команду. Все, завершен этот матч. Прозвучал финальный свисток. Дмитрий Борисов последним коснулся мяча. В твоих руках весь мир. Осуществи мечту вместе с Global Card от Технобанка. Будь там, где ты хочешь. Выбирай то, что ты любишь. Открывай новые пути и возможности. Global Card. Доступ ко всем выгодам шопинга и путешествий за границей. Закажи ее на сайте globalcard.by.